Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Пойдите. В прошлый раз мы с вами определились философски, как материалисты. А сегодня будем изучать движение материи. А движения бывают материи разные. Ну, для начала надо сказать о том, что материи без движения не бывает. Материи только и бывает, как движущиеся материи. Правильно? Сейчас вот я вижу, руки ваши двигаются, ручки ваши двигаются. Не у всех. У кого еще не двигается, у того сердце бьется. Глаза моргают. Если не моргать глазами же, ведь высохнут глаза. Не пробовали эксперимент ставить? Высыхает? Нет. Ваша... Нет, организм. Организм говорит, ну надо же, придумала она. И начинает слезы лить. И все в порядке, и глаза будут спасены. Поэтому наш организм там приспособился к этому. Ну, потом мы сейчас с вами дышим. А что такое дышим? Это же химическая реакция, правда? Значит, кислород уходит в кровь, обогащает все наши клетки, оттуда забирает углекислый газ, мы выдыхаем и так далее. Но это мы. А что, есть какая-то материя, которая не движется? Есть такой камень, который не переходит в другое состояние постепенно. Есть такой камень? Помните, мы изучали в школе выветривание? Такие причудливые такие фигуры бывают, каменные скалы. Вот этот факультет исторический был, потом образовался философский. Это же движение, да? Теперь был философский факультет, а теперь институт философии. Санкт-Петербургского государственного университета. Движение. У нас был декан Сергей Иванович Дудник, теперь он директор Института философии Санкт-Петербургского государственного университета. Я его поздравил. Это же движение. Ну а что-нибудь можете привести пример того, что не движется? Нет такого примера. Нельзя, невозможно привести. То есть то, что мы рассматриваем как неподвижное, ну это все относительно. Да? Относительно. Мы вроде как сейчас вот сидим, да, вы сидите, так мы с вами несемся вокруг Солнца со страшной скоростью, да еще и вращаемся, такая карусель. Почему у нас голова не кружится, я даже удивляюсь. Ну, потому что вроде как за сутки только поворачивается. Или с Земли можно увидеть оборотную сторону Луны? Ну, знаете почему? Потому что она не освещается никак. А? Она не освещается. Что она? Не освещает. Не освещает Солнце. Да? Потому что она не освещаема Солнцем. Интересно. Да. Откуда вы такое взяли? Интересно у вас познание в астрономии. Почему не видно оборотной стороны, Луны? Надо лететь туда и там, туда заглядывать. И что там не освещает? Фотографии есть. Оборотная сторона. Вы говорите, не освещает. Что вы говорите? Ужас. Давайте я вам объясню. Выходите сюда. Выходите сюда. Сюда. Что? Но. Ну вот правильно. Давайте с вами пройдем еще время. Становитесь сюда. Вы будете землей. Вот сейчас. Вот. А? А я луной буду. А вот сейчас вы спину мою увидите, конечно. Поможете поворачиваться. Поворачивайтесь. Все понятно, да? Да. Потому что я, когда Земля делает один оборот вокруг своей оси, и даже про Землю не важно, так сказать, вот как раз оборачивается, за сутки делает один оборот Луна вокруг Земли. Так, ну вот. Все находится в движении, тут мы на этом больше не останавливаемся, поэтому мы остановимся на формах движения. Движения бывают разные. Начнем с самого простого или самого сложного? Простого. Простого.
Я согласен. Правильный будет подход. Начнем с простого. А самое простое движение называется становлением. Становление. Становление. И вот мы сегодня будем заниматься с вами не вообще движением, а именно самым простым движением – становлением. Нам без этой категории с вами не прожить. Вот вы конфликтолог? Да. Ну, хорошо. А что, вы уже диплом у вас есть? Нет. Вы же конфликтолог. Как вы докажете, что вы конфликтолог? Становящийся. А? Что? Становящийся конфликтолог. О, становящийся конфликтолог. Правильный ответ. Значит, нам надо это становление, эту категорию, как следует разобрать. Значит, чтобы ее разобрать, надо начать эту простую категорию тоже с простого или со сложного начнем? С простого. С простого. Что самое простое? Какое самое простое понятие в философии и в логике? Понятие есть. Что? Понятие. Что понятие? Чего? Категория понятия. Нет, не категория понятия, самое простое. Что такое простое понятие? Чтобы узнать, что такое понятие, вот возьмите науку логики Гегеля, там учение о бытии, учение о сущности, учение о понятии. Это третья книга учения о понятии. Вы схватили самый конец. Самая простая категория какая? Для того, чтобы это понять, надо понять, что такое начало. Что такое начало, кто скажет? Вас не буду больше спрашивать. Вас буду спрашивать. Начало что такое? Ну, если это можно, нельзя. Начало это то, откуда все начинается. Но это получается тавтология некая. Ну а что тогда вы мне это рассказываете? Если сами понимаете, что это тавтология. Я же спросил вас сказать, что такое начало. Если вы скажете начало, Михаил Васильевич, это начало. И я вроде как мне и неудобно тогда. Вроде, да? Но только вы тогда солидно должны говорить, а вы так сами вроде стесняетесь. Тогда уж вы не стесняетесь. Говорит, начало, Михаил Васильевич, должны уже знать, что это начало. Вот. Но я думаю, что это не то, что надо, да? Наверное. Если мы просто повторяем, елка – это елка, бревно – есть бревно. И что? Это не начало. А что такое начало? Не знаете? Ну, это момент, до которого чего-то не было. Или это точка чего-то какая-то определенная. То есть надо знать, первое что это установление. То есть надо, для того, чтобы знать, что такое начало, надо знать, что про то, что такое чего-то не было, да? А чтобы знать, что чего-то не было, надо знать, что такое было. Да. И не надо, да? Значит, вот первая тут гипотеза, которая у нас появилась. Надо знать, что такое было, тогда можно понять, что такое начало, да? Но если мы не знаем, что такое было, то мы не знаем, что такое не было, потому что не было – это отрицание того, что было. Ну и не знаем, что такое начало. А вообще, что такое начало? Кто-нибудь может сказать? Вы не начинали ничего в своей жизни? Не начинала. Вы вот учились, начинались вот учиться здесь на философском факультете, начинали? И что вы хотите получить в итоге? Когда вы начинаете, вы не думаете, что будет вообще, чем закончится это дело? Может, это какая-то опасная вещь, то, что вы начали. В конфликты вяжетесь. Сейчас видите, какие конфликты на Украине страшные? Вы на какой стороне там? Неизвестно, это и эти побьют, или те побьют. Мне кажется, что начало – это тот момент, от которого идет отсчет. Кто это отсчитывает? Сидит? Сидит, а я буду сидеть и отсчитываю. Есть какой-то момент, и кто-то отсчит. Первое, второе, третье, четвертое. Так, старт. Может быть, это осознанный результат? Осознанный уже результат. Уже результат осознан полностью. Отлично. Не можно и не заниматься этим. Все уже вы осознали уже результат своей деятельности? Да, чтобы его осознанный. Реализовать. Ну, осознанный результат – это результат. Но осознанный. Красное яблоко – это яблоко, но красное. Понятно? Ясно. Так. Гипотеза ваша рассмотрена. Начало, что такое? Молодой человек, вы что-то когда ничего в жизни не начинали? Не начинали учиться в школе? Начало. И что это такое? Начало то, что имеет конец. А? Начало то, что имеет конец. О. Конец или результат? Результат. Конец как-то печально звучит. Дескать, ну что мы с вами, начали мы эти занятия. Что-то кончат. И закончим их, и все. А результат-то будет какой-нибудь? Конец будет. А результат будет? Будет. Может, все-таки результат? Будет. Если мы что-то начинаем, какую-то деятельность, будет результат деятельности? Вот там начинается лишь бы конец какой-нибудь. А вы-то собираетесь какой-то результат получить?
То есть вы за результат. То есть когда мы говорим о начале, мы имеем в виду что? Результат. Результат. Имеем в виду, но все-таки мы имеем в виду не вместо начала, а что? Как это сказать? Вот, вот тут мы... Начало это начало движения. Стремление к завершению. Как стремление к завершению. Ну, что-то вот это уже где-то такое похоже на то, что надо. Значит, в чем сложность? Если трудность состоит в том, чтобы сформулировать в понятиях то, что нам вот что-то такое бродит в голове, а надо это сформулировать, да? Почему? Потому что истина – это что такое? Истина знаете, что такое? Вы за истиной пришли? А что такое истина, знаете? Может, вы не за этим пришли? Это какая-то такая вещь вредная, как наркотик. Начнешь познавать, а потом еще больше хочется. Страшное дело. И не остановиться. Ужас. Так что, мы наркоманы, что ли? Нет? Так что такое истина? Не скажете. Вам сказали не говорить. Сказали, угрожали. Так. В чем же дело? А кто-нибудь знает здесь, что такое истина? Что, я один только знаю, что здесь истина? У вас галстук красный, вам можно уже еще... А, я с красным галстуком, я пионер, понял. Значит, истинное соответствие понятия объекту. Раз уж вы так поставили вопрос ребром. Вы могли вообще сказать, что вы вообще лекция ваша, вы лектор, вы и говорите, а нас что спрашивают, у нас не семинар. Я понял вас. Но это у нас допустимо, у нас там и написано, так бы, лекция, семинар, в программе видели, так и так, и так. Поэтому здесь допускается, вопросы, б, споры, высказывания. И это, я думаю, совершенно необходимо, потому что, ну, если скажем непонятно что-то, что же мы пойдем дальше, это все бросим. Надо, чтобы непонятного не оставалось, правда? Поэтому кто чего-то не понял, спросил и выяснил. Значит, истинное соответствие понятия объекту. Это как бы истина односторонняя. Потому что если я познал объект, и хочу его усовершенствовать в соответствии с тем, что познал, с его законами, с его природой, с его перспективами развития, то я тогда должен преобразовать объект в соответствии с его понятием. Поэтому можно понятие определить теперь, понятие в деятельности, и понятие истины, как истинную деятельность, как истину практическую, именно как соответствие объекта понятию, если мы уже понятие получили. Вот у Гегеля в книге «Наука логики», в книге не очень понятной, трудной, есть понятие абсолютной идеи в самом конце. В самом конце. Вот. Если вы, допустим, взяли книгу, как детектив читают, так, смотрите, кто кого убил. Раз в конце и убил. Ну, дальше можно и не читать. Здесь желательно читать, но все равно в конце можно посмотреть. Там будет очень просто и понятно сказано. Есть абсолютная идея в конце, последняя категория, которая рассматривается. Третьей книге «Науки логики Гегеля». Абсолютная идея с единства теоретической и практической идеи. Идеи познания. Это формирование этого понятия, соответствующее объекту. И идея преобразования мира, идея блага или идея добра. Что вы считаете добром? Принести добро, сделать что-то хорошее, да? Или вы конфликтовать собрались всю жизнь? Нет? Или хотите, так сказать, как-то эти конфликты разрешать? Разрешать. Вот. Идея добра, идея блага. Или, так сказать, идея практическая. А что такое абсолютная идея или абсолютная истина? Единство теоретической и практической идеи. Красиво и понятно. Правильно? Так. Ну, мы-то начали этот разговор ради чего? Ради начала. Так кто-то нам скажет, что такое начало? Вот и проблема, значит. Что надо подобрать понятие, чтобы это выразить в понятиях. Ну вот можно долго подбирать, в чем величие гениальных книг. Гениальные книги дают ответы на эти вот запутанные вопросы, очень простые. Кажется, что книжка трудная, она действительно трудная, но зато в ней есть ответ. А есть про легкая книжка, но ни ответов нет, ни на что. Почитаешь, и можно выбрасывать. Значит,
Начало – это неразвитый результат, описано у Гегеля. Я выразил вашу мысль, но это я не сам. Я у Гегеля взял. Блестяще выражена мысль, правда? Неразвитый результат. Ну, если вы что-то начинаете, вы подумайте, что вы... Вы уже сами говорите, что надо уже... Я тут имею в виду, вот там, что, результат. Ну, так вы имеете результат, но вы имеете в виду сейчас неразвитый результат, начало. Начали вот, если вы поступили на первый курс, значит, вы начали сесть делать конфликтолога. Кто из вас делает конфликтолога? Вы или я? Нет. Правильно, я вам помогаю. Ответ правильный. Ну, нам поручено вам помогать. Лучше не мешать, по крайней мере. Так. То есть вы, а значит, кто вы тогда? Вот сейчас мы разберем. Значит, вы в начале пути. Так? Да. Что такое первый курс? В начале. Уже не начало первого курса, второй уже семестр, но все равно еще начало пока. Начало, а в начало это неразвитый результат. То есть я конфликтолог в начале. Да? Или начинающий конфликтолог. Есть начинающий, практикующий. Лучше молодым быть начинающим конфликтологом, чем старым умирающим. Так что не расстраивайся. Ничего такого плохого нету. Лучше быть, как говорится, говорят, здоровым и богатым, чем бедным и больным. Так. И вот вы уже подали очень ценную мысль, что начинать приходится с чего? С того, чего нет, или с того, что есть? Начинать. Вот все-таки к вам вопрос. Вы тут у нас еще с вами не дорешали мы проблему. С того, чего... Начинать будем с того, чего нет, или с того, что есть? Ну, у нас начало. Ну, начинаем мы. Вы там уже говорили там. До этого не было, потом было. Так, говорили так красиво. Я не забыл. Так все-таки я спрашиваю, начинать будем с того, что есть, или с того, чего нет? Что, у меня какой-то вопрос нехороший, что ли? У меня вопрос, чтобы уяснить. Ну, как-то надо... Или можно начинать с того, чего нет, или с того, что есть? Может, с того, чего нет, можно начинать? Нет, ну слава богу. Значит, с того, чего нет, начинать нельзя. Ну нету, и чё? То есть нету начала тогда. Если мы начинаем с того, чего нет, начала нет. Значит, надо начинать с того, что есть. Вот хорошо. Что мы знаем в начале о том, что мы изучаем? Молчание. Вот, золотые слова. Вот чувствуете? Вот уровень. Я вас всячески приветствую. Учитесь. То есть приходится начинать с того, что есть, да? Если я начинаю изучать музыку, так с чего я начинаю? Ну, с музыки, ну какой? В начале-то. Что я про музыку знаю в начале? Ничего, что она есть. Что я могу? Если даже я знаю больше, то я же должен выразить в понятиях, правда? А успел я выразить в понятиях, что такое музыка? Нет. А что я успел сказать, что она? Есть. То есть, вот Гегель вот столько написал в первом томе «Учение о бытии», в первой книге «Учение о бытии в науке логики», чтобы объяснить, что с чего бы вы ни начинали. Хотите с двери, хотите там с «я». Вот что вы про себя можете сказать в самом начале? Что я есть. Вот. То есть вы бытие? Да. Вот. Это про вас ведь речь? Про вас. Это очень важно или это не важно? Есть вы или нет? Для вас, по крайней мере, это важно. И для товарищей, и для родственников важно, есть вы или нет. Поэтому не будем говорить, а подумаешь, какое-то бытие всего лишь. А что я, какое это бытие в самом начале? Что я успел про вас сказать, если сказать, что вы есть? Успел я что-нибудь хорошее сказать или плохое? Не успел. Значит, это какое бытие в самом начале? Не какое-то конкретное бытие, а какое? Абстрактное. Что такое абстрактное бытие? Да, можно так сказать. Это такое, это вот Гегель называет чистое бытие. Чистое, то есть ничего в самом начале, если вы действительно начинаете, если вы хоть шаг сделали, уже это не чистое бытие, правда? А в самом начале, когда только идет начало, да, это чистое бытие. Чистое бытие. Вот придете домой, вас спросят, чем вы занимались сегодня на занятиях? Изучали чистое бытие. Это еще не все, сейчас мы дальше будем его изучать. Так, ну что, раз чистое бытие, все согласны, что начало – это начало логики, начало материализма, то материю начинаем изучать. Что мы про материю можем вначале сказать? Что мы можем сказать про материю вначале сказать? Есть. Вот, что она есть. Видите, человек обучен.
И там будем сказать, я не астроном, отстаньте от меня. Тут он уже обучен. Все. Так. Значит, материя есть. Причем вначале мы можем сказать, для нас она это материя, которую мы только начинаем изучать, чистое бытие. И вот это чистое бытие мы начинаем что делать? Мы будем бросим это чистое бытие и начнем, скажем, а еще теперь вот это скажем про него. Так будем делать? Или будем разглядывать и рассматривать то, что мы имеем? Второе, правда? То есть будем выводить из одной категории в другую, или просто будем их набирать? Из разных книжек стащим все себе, накидаем себе в мешок и скажем, вот у меня знания, багаж, багаж знаний. Ну, нам скажут, ну, издайте это в багаж. А в голове у вас ничего нету? Да нету, как-то не попало ничего, все вкладывал вот в багаж знаний. Ну, может быть, и в голову попало, но там в голове есть как бы память. Куда мы закладываем, закладываем, закладываем. У нас уже много-много всего в голове. И представляете себе, вот когда вот какую-нибудь кладовку там засунуто, там лежит, там. Спросишь потом человека, я уже боюсь спрашивать, потому что что не спрошу, не говорят. Почти, то есть как-то некоторые раз с трудом говорят, но как-то надо вытаскивать. А знаете, как в кладовке трудно вытаскивать, там все это вот так зажато, что хочется выдергивать и доставать. Так, договорились мы, все воедино сказали, будем обдумывать. Ну и обдумайте, пожалуйста, чистое бытие. Вам очень простая задача. Обдумать чистое бытие. Больше задачи, более простой в мире нет. Ну, никому больше. Вот все остальные уже не получат такую простую задачу. Вам повезло. Знаете, как вы верите? Счастливый билет, золотую карту. А что вы можете сказать о чистом бытии? Считайте, что я пришел к вам с микрофоном. Вот вы студентка первого курса философского факультета. Встаньте, пожалуйста, скажите, что вы знаете и что можете сказать о чистом бытии. Вставайте, вставайте. Я знаю, что чистое бытие, оно есть. Это мы тоже знаем, это нам не надо. Не надо, мы уже это повторяете для нас. А? Это начало. Ну, это ясное дело. Мы тоже знаем. Это же мы для этого с вами, мы это вот знаем, мы журналисты уже это знаем, мы пришли и спросили. Вот мы-то знаем, что в начале, началом является чистое бытие. Что вы можете обдумать чистое бытие и скажите, что вы можете о нем сказать теперь о нем? Оно может развиваться. О, ничего себе. А вы что такое развитие знаете? Вы уже изучили, что такое развитие. Еще находитесь в начале. Знаете, что такое чистое бытие? Уже знаете, что такое развитие? Развитие, что проще категория? Нет. А что вы учите? Вы хотите... У вас такой метод, что ли, на вашем философском факультете, что вы такие простые категории, как чистое бытие, через такие сложные, как развитие? Ну, вы даете. У вас сильный факультет. Вы, наверное, в институте уже. Философии. Да. Да. Что вы такие категории мыслите сразу. Ничего себе. Вы как все-таки будете объяснять? Сложное через простое или простое через сложное? Сложное через простое. Ну, идите от простого. Вот, а вот откройте нам про простую вещь. Сейчас попросилась по простую вещь рассказать. Про чистое бытие. А вы меня отослали. Ничего себе, должен знать, что такое развитие. Я чуть не умер сразу. У меня даже сердце заколотилось. Ну, чистое бытие – это то, что-то простое. Ну, хорошо, простой, согласен, да. И вот я и спрашиваю, что вы можете сказать, что вы можете сказать о чистом бытии? Вам нечего сказать о чистом бытии? Пока нечего. Пока нечего? Это из-за вас нечего, что вы плохо знаете или категория да, такая потому, плохая? Потому что я не знаю пока что это. Ну вот, взяли на себя ответственность. Видите, она взяла на себя ответственность за всю группу, за весь философский факультет. А с чего вы взяли, что это вот из-за вас? А что, сама чистое бытие разве не такая категория, что о ней нечего сказать? Сама по себе. Вы обдумывали может вы? Быть, может быть, вы обдумали что-то? Хоть чистое бытие? Обдумали? Что вы о нем можете? Что о нем можно сказать-то? Ну, если оно в самом начале, что вы о нем можете сказать? Вы осознали, что вы в начале? Да. Ну ничего, вот и спасибо. Значит, можно о нем сказать? Ничего. Ничего. Можно сказать о нем ничего? То есть, причем нечего о нем больше сказать в начале. Или надо осознать, что мы в начале, раз мы в начале, как же мы можем еще что-то сказать? Что мы можем сказать о чистом бытии? Нечего нам сказать о нем, как о чистом бытии. И что, ну вот человек, не поднаторевший философии совсем, не изучавший логику, не подходивший, так сказать, не открывавший, ничего не листавший, он все, только собрались изучать, так все хорошо было, вот вы начали тут, и вы уже хотели это развивать, и все. А человек,
который внимательно следит за мыслью, вот вы внимательно следили за мыслью ее, а у нее мысль. Вот если обдумывать чистое бытие, придешь к мысли о чистом ничто. Видите, она же вывела это ничего-то откуда? Из чистого бытия. Это же чистое бытие. А там нечего ни различать, ни выявлять, ни выяснять. Оно не равно в отношении внутри себя и не внутри, а по отношению к другому. Там нечего изучать. И, следовательно, ваша мысль о бытии чистом привела вас к мысли о чистом ничто. Чувствуете, нет? Это вы чувствуете, никогда не занимались хоздоговорами, не были директором института. Я бы, например, на вашем месте запросил бы бюджетное ассигнование 15 миллионов. И вот всю эту группу подкормил немножко. Сказал бы, что вот мы тут год изучали, отчет надо было написать, что мы тут с очень большими тут дискуссиями, с проблемами, с привлечением консультантов. Мне, пожалуйста, 7,5 миллиончиков отсигните, пожалуйста. Так мы выяснили, что чистое бытие переходит в чистое ничто. И этот отчет сдаете. И требуете финансирования для исследования теперь чего? Второй раз не будем вам давать. Вам уже давали 30 миллионов. Нет, 15. 15 дали. Вы опять хотите за одно и то же получить? Не получите. А вот тут другие сказали, что на что? Во что перешло-то ваше чистое бытие? Во. Значит, надо в этом году будем изучать чистое ничто. Вот это, да. Это новое. Новое. На новое дадим. Мы сейчас у нас гранты выделяются. На новое, на чистое ничто, исследование чистого ничто. Все. Сколько вам? 15 мало будет. Вы знаете, как сложно изучать чистое ничто? Это чистое бытие, каждый дурак может изучить. А вы попробуйте чистое ничто. Мы взялись, наш институт, за чистое ничто. Чистое ничто будем изучать. Представляете, как тяжело? Да это представить даже тяжело, а тем более изучать. Сколько будем просить денег-то? Ну там мы 7,5 просили. Ну, можно там 40. Нормально. Ну, ладно, 40-то не то, не все. Давайте 50 просили. Давай. За чистое ничто. Все, договорились. 50. И будем изучать чистое ничто. Ну, вы директор, с вас я уже спроса нет. Вот вы будете отвечать теперь. Ведущий будете, научный сотрудник. Ну и что вы там исследовали? Чистое ничто. Да. Исследовали? Надо отчет писать, смотрите, иначе или скажете что, или в тюрьму, потому что вы 50 миллионов просадили, ничего не дали. Поэтому давайте. Вы тут решайте, только не вздумайте сказать, что мы ничего не знаем. Если ничего не знаете, в тюрьму. Вы же на работе сидели, изучали. Ну так что вы изучали-то? Плоды-то у вас есть какие-то? Чистое ничто. Если скажете, нам еще мало одного года, скажете, да вы что, чистое ничто больше года хотите изучать. С ума сошли? Мы, конечно, там любим науку, уважаем, но не до такой степени, чтобы вас просто содержать. Чистое. Что вы можете сказать про чистое ничто? Вставайте и говорите. Что я знаю про чистое? Что мы вот, можем я сказать? Я знаю про чистое ничто, что оно есть. Вот, видите, человек. Ну, а теперь что нового вы сказали? Новое, что оно, что это отправная точка к нашему дальнейшему исследованию. Нет, это точка отправная, это мы еще посмотрим, будете ли вы исследовать. Вы лучше скажите, что вы сделали. У вас какая была отправная точка в начале года? Отправная точка у вас не чистое бытие. А чистое ничто. Вот чистое ничто вы изучали. А в итоге получили, что чистое ничто есть. Неразвитое что-то. Тихо, тихо. Неразвитый результат. Да не слушайте вы эти подсказки. Это специально на этом провокатор. Я их научил, они вас сбивают. Вы до этого правильно сказали. Получили мы, что оно есть. А раз оно есть, значит оно. Что? Как называется то, что есть? Бытие, да. А что вы стесняетесь? Если стесняетесь, вам не дадим 60 миллионов, 50 не дадим. 10 рублей дадим. Ну так что, науку сделали, научное открытие, и стесняйтесь. Требуйте Нобелевскую премию. Так, значит, чистое ничто, выяснили вы, переходит в бытие. А почему не в чистое? Если вы скажете в чистое, я скажу, вы что, нас обратно вернули? Деньги верните. А вы в бытие. Логично. То есть деньги возвращать не надо. В новое еще не было, просто бытие. Правда? А почему бытие, а не чистое бытие? Можете объяснить? Чистое бытие в начале, а тут уже два шага сделано. Один шаг – переход чистого бытия в чистое ничто. И второй же шаг – переход уже снова в бытие, но уже оно не чистое. Уже если уже слово чистое не скажешь.
Но он уже заявку подал нам на следующий год. А что будем изучать в следующем году? Так хорошо шло все. 50 миллионов. А что дальше? Вот давайте не будем так уж определять во что. Давайте изучим, во что перейдет теперь вот это вот. Результаты обобщим теперь вот этой двухгодовой работы, двухгодичной. И на третий год дадим новую категорию, которая является результатом обобщения вот этого движения, которое мы с вами проделали. Какое мы движение проделали? Мы доказали, что чистое бытие переходит в чистое ничто. И что, а в первом году? И что чистое ничто переходит в бытие. Это мы доказали. Ну вот, задача следующего года. Все, вы свою задачу решили, вы будете директором теперь. Сколько вам надо? У вас задача очень сложная. Синтетическая, можно сказать. Надо обобщить все это, вот то, что сделали эти до 2 года, и выработать вот категорию, которая все это включает. 100. 100. Ну, меньше, конечно, даже нечего разговаривать. Она сразу выйдет, схлопнет дверью, и больше с ней, и даже не будет здороваться. Так, ну и как? Мы будем изучать бытие. Опять бытие? Ну, изучайте, да. Почему не хотите проследить весь путь? Только бытие будете учить. Я бы на вашем месте, я бы так, чисто консультант, я только прибыл, 50 миллионов сразу меня отстегните. Я бы вам советовал, у вас все равно 50 останется, что вы уж такие жадные. Потом, все-таки я профессор, а вы студент первого курса, ну, как-то, давайте как-то поделим по-братски. Вы как бы все братья, а я мне половину. Значит, почему вы не хотите взять вот всю эту картину, рассмотреть? Ну, смотрите, чистое бытие переходит в чистое ничто. Ничто переходит в бытие. Значит, и все, на этом конец? Вот что, это все, переход, и сразу все, и остановка, что ли? И тут остановки, если вы не написали ничего в своем отчете. Значит, не остановка, а что происходит? А бытие-то во что снова переходит? А? Нам надо учесть самое начало, вот первый год. Чистое бытие перешло в чистое ничто. Если чистое бытие переходит в ничто, так значит и всякое бытие переходит в ничто. Да? Только это уже бытие-то не может в чистое перейти, только в ничто. Значит, бытие это тоже не останавливается, не тормозит, а переходит в ничто, но не чистое уже. А ничто... Мы тоже про него знаем, что оно тоже не останавливается, а переходит в бытие. Да? И вот уже нечистое в бытие переходит в нечистое ничто, а нечистое ничто в ничто. То есть, короче говоря, бытие в ничто, ничто в бытие, бытие в ничто, ничто в бытие. А вы одной категории не идете сформулировать, не можете? Какой тут переход? Как это назвать все? Вот вы год работали, и какой результат? Не знаете, верните 50 миллионов или в тюрьму за растрату. Я-то отгрожусь, скажу, я им правильно советовал, а они не могли воспользоваться советами. Я тут ни при чем. Я вам передачу буду носить. Вот как это назвать одной категорией? Да, вот движение, вот это движение. Одно, это же движение постоянное. Они же не по очереди переходят, что, дескать, я сначала это. Они все время переходят. Все время переходят. А не так, что сначала вот один переход, потом другой переход. Все время бытие в ничто, а ничто бытие это одновременно идет. Да? Или даже без времени. Времени тут нету никакого. Мы ни о каком процессе не говорим. Мы говорим о том, что вот переходит одна категория в другую. И что это имеет? Ладно, я, так сказать, раз все-таки вы мне половину-то выдали, я вам подскажу. Это движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Чувствуете, как сформулировано? За 50 миллионов я еще не то могу сформулировать. Движение исчезновения... Бытия в ничто, а ничто в бытии. Одно движение, да? Ну, такое. Сложное движение. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Движение исчезновения бытия в ничто, а ничто в бытии. Теперь у нас, в общем, задача решена практически. Но отчет писать нельзя. Надо как-то назвать это все. Скажут, что же вы нам дали это сырое такое все, такое длинное. Нам короткое дайте в итоге. Как вы называться-то будете? Движение, как мы назовем? Движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытие. Вы же родили уже категорию? Ну так надо, если родили, надо и на имя, наверное, назвать какое-то дать. Вот что сначала, рождается ребенок и потом имя дают? Или сначала имя дают, потом рождается?
Сначала родить надо, как это ни странно. Поэтому все, у нас все нормально, у нас есть уже движение исчезновения бытия, ничто, ничто, бытие. Как будем искать название для него? А как вы думаете, Гегель нашел это название? Становление. Становление, да. А где вот, откуда взяли? О, талант. Она даже не знает, откуда взяла. О. Гегель-то знал, что он взял из истории философии. Он изучал всю философию, пришедшую за 2000 лет. А она просто сидела вот на занятиях по... Вы хоть это, где-нибудь напишите, что это я это придумала это, когда у меня преподавателем был профессор Попов. А то ведь потом и не вспомнит. Вот сюда министр финансов приезжал, товарищ Кудрин, на экономический факультет. Он, например, вспоминал, что я у него был дипломник, говорил, что вот всем преподавателям и диплом, и тому руководителю моего диплома большое спасибо. Вы тоже вспомните, когда будете президентом или премьером. Мы же кого готовит университет? Сами знаете. А начальник Следственного комитета это кто? У нас. Товарищ Бастрыкин. С какого факультета? С юридического. Я был здесь заместитель секретаря партбюро по идеологической работе на экономическом факультете. Экономический факультет был там за углом, налево. И вот угловая комната была кафедра политэкономии. А товарищ Бастрыкин был замсекретаря парткома по идеологической работе. Он был мой непосредственный начальник. Я к нему ходил, отчеты сдавал. А сейчас он начальник Следственного комитета. А Иванов Сергей Борисович, глава администрации. Откуда вы думаете? Не знаете? Филологического. Ну, из филологического многие идут там, в КГБ. Легче спросить, кто не из университета и не из Ленинграда там. Даже есть по этому поводу три анекдота. Я вам для облегчения этой тяжести, что такое трудное это у нас, сейчас расскажу. В Москве встречают стрелу, спрашивают, вы из Ленинграда? Так, из Ленинграда. Читать, писать умеете? Не хотите ли поработать в правительстве? А второй такой, значит, товарищ едет в трамвае, а у него другой стоит на ноге. А тот, который страдает от того, что у него стоит на ноге, спрашивает, вы не из ФСБ? Тот говорит, нет. Не из Ленинграда? Тот говорит, нет. Тогда садитесь, пожалуйста, с моей ноги. А третий берут человека на работу. Вот записывают. Вы, конечно, из Ленинграда. Он говорит, нет. Ну, дети ваши учатся в Ленинграде. Нет. Ну, раньше жили в Ленинграде. Нет. Ну, тогда, извините, тут мы вас не можем взять. Ну, давайте запишем хоть как-то. Давайте адрес ваш. Диктуйте, говорит. Москва, Ленинградский проспект. Ну, что же вы молчали? Так что тут у нас подготовка идет очень серьезная в университете. Мы уже тем расскажете родителям, что мы сегодня изучили чистое бытие, чистое ничто, переход чистого бытия в чистое ничто и переход чистого ничто в бытие. И даже дошли до движения исчезновения бытия в ничто, ничто в бытие. И с вами уже разговаривать не будут ваши родители. Конфликт. Но если правильно разрешить конфликт, то хорошо. Становление это называется. Становление. Теперь что будем делать? Деньги нужны? Что будем изучать? Я считаю, надо сделать институт становления. Но там уже надо просить, конечно. Ну что вы? Так вот, вы в состоянии попросить столько, сколько надо? Конечно. Нет? Ну вот сколько будет институт становления? Будете вы директором, вас назначим. Сколько надо вам на изучение становления? Миллионов пять. Все, снимаю вас уже. Люди 50, 100 запросили. Даже я не хочу разговаривать там, с такими людьми. А какой откат, сколько вы дадите? От ваших 5 миллионов-то никакой не получишь. Так, вот вы, наверное, у нас директор будете хороший, да? Сколько миллионов вам надо для изучения становления? 200. Вот 200 миллионов, можно разговаривать. Серьезный человек. Сейчас, правда, серьезные люди миллиардами считают. Ну ладно, вы еще студенты. Взятки берут миллиардами уже, не видели?
Не слышали? Не слышали? Ну вот. Ну ладно. Так, и изучать будем становление. Ну, конечно, вы как директор-то изучать не будете, у вас есть кому изучать. Вот, пожалуйста, вы тут главный ведущий, главный научный сотрудник. Ну, изучайте становление. Что про него можете сказать? Как вы будете изучать становление? Тут в нем, вот есть у вас движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытии. Ну, давайте. Что вы можете, что в результате изучения вы получили? Ну, в результате того, что чистое бытие является самое начало, чистое бытие приводит к чистому ничто, соответственно, чистого ничто. Не надо нам это старье, все это у нас есть, отчеты, все. У вас есть движение исчезновения бытия, это ваше начало новое теперь. Это для тех институтов начало, для вас начало вот движение исчезновения. Ну, движение исчезновения бытия в ничто, и ничто в бытие является становлением. Это есть, тоже есть мы, это мы знаем, это мы вам институт в связи с этим назвали, вот у вас директор, что вы, идите директору это расскажите, она вам скажет, не буду зарплату вам платить, повторяю то, что уже всем известно. Давайте, что про восстановление, что вы обдумали. Обдумайте вы это, движение исчезновения, бытия в ничто, ничто в бытии. Вы тоже сотрудник этого института? А вы к каким мыслям пришли? Никаким? Увольняем. Увольте его, пожалуйста. Он не пришел никаким мыслям. Двигаться дальше, так как становление. Ну и двигайтесь дальше. Кто вам запрещает? Нет, никто. Двигайтесь дальше. Дальше или глубже будете двигаться? Вы вглубь пойдете или вширь? Вглубь. Вот идите вглубь. Если есть движение исчезновения бытия в ничто, ничто в бытии, то вы ничего не различаете, как в этом одном движении, противоположных движений-то не видите, что ли? Вы вот видите тут противоположные движения в этом движении, в одном? Да. Ну, назовите, какое вот одно движение, а какое противоположное? Ну, вперед-назад. Ну, какой вперед-назад? Нету вперед-назад. Есть тут бытие, переходящее в ничто, а есть ничто, переходящее в бытие. Что тут вперед, что назад? А? Есть ничто и ничто в бытие. Во, тихо. Деньги, дайте ей премию, пожалуйста. Миллион. У вас что там, 200 миллионов? Давайте, финансируйте щедро. Значит, два движения вы. Она нашла в одном движении два движения. Две премии по миллиону. Одно движение – переход бытия в ничто. А другое – ничто. О, чувствуете? Как называется два противоположных? Вы никак не хотите назвать? Вы хотите накачать на эти 2 миллиона? Ну, это 2 миллиона премия. И еще за то, что вы назовете это вот… Как называется два противоположных движения в одном движении? Нет у вас такого названия? Нет? Нет? Ну, тогда миллион еще не получите третий. Кому миллион? Хватит. Хватит? Ну, хорошо. Ограниченный человек. И хватит 2 миллиона. Я аскет. Видно, что аскет, да. Вот вы тут задумались над этой проблемой, да? Как вы вот назвали бы вот два противоположных движения в одном движении? Часть, вот можно сказать слово «часть»? Движение, можно так сказать? Часть движения. Нельзя. Часть не подходит. Так. Элемент. Движение подходит? Не подходит. Кусок. Движение. Не подходит. А что подходит? Как вот вы назовете? А? Идеалистичное. Как? Так, миллион дают. Чего? Элемент. Движение. Элемент? Ну что, элемент это кусок. Нет, вот у вас один элемент, вот второй элемент. Да разве это похоже на движение? Куски все это. А? Направление? Направление, да. Нет, это не то. Направление вам уже сказали. Бытие в ничто направляется. Ничто направляется в бытие. Характер движения. А? Характер движения. Характер движения. Вредный. Так, ну вызывайте этого. Консультанта вызывайте. Это не надо им деньги зря платить только. Зря. Дайте мне, сколько там у вас? 100 миллионов мне дайте, и я вам расскажу, что это такое. Не, ну пожалуйста, иначе вы прогорите, с вас за эти деньги вас всех посадят. Я вас выручаю, можно сказать, за 100 миллионов. Хотите на свободе ходить? Все, 100 миллионов. Да. Называются моменты становления. Моменты. Это очень важная категория, моменты. Вот у вас в душе борются противоположные моменты. У некоторых борются до сих пор прийти на занятия, не прийти на занятия. В прошлый раз вот все пришли, а в этот раз уже не все. Вы мне список дайте, пожалуйста, и там минус, минус, минус. НН. А то они боролись? Они боролись честно. Они хотели прийти, я знаю. Но другое противоположное движение было – не прийти. И оно победило. И оно победило. Но они боролись. Поэтому мы их не выбрасываем из нашей среды. Я еще не пишу заявление о том, чтобы их отчислили. Но просто мы это отмечаем. Замечаем.
Не прошло незамеченным это движение. То есть проиграли в борьбе. То есть они виноваты не в том, что не пришли, а в том, что они проиграли в борьбе за правое дело, за справедливое. Кто им потом это все расскажет? Это же не, они же это не в состоянии сами сделать, сами понимаете. Можете повторить, что такое момент? Я могу. Противоположные движения в одном движении. И что, за 100 миллионов я еще могу 4 раза повторить. Могу 10. Проблемы нашли. Чувствуете, у нас какая наука фундаментальная? И финансируется не так, как сейчас в России. Она финансируется щедро. И у нас молодые ученые все разрабатывают. Ну, консультант берется один там постарше. А так, в основном, молодежь. Молодежь должна прийти в науки, правильно? Чего там эти все старики? Кто такие пожилые? Те, которые пожили уже. Ну, так если они пожили, дайте, пусть другие-то поживут. Так. Вот это очень важная категория, потому что когда вот вам нужно показать противоположные движения в одном движении, вот в душе, так сказать, борьба идет, страсти борются, да? Кусок, у меня кусок, как, кусок совести этот вот выпал. Или вырежете мне вот этот кусок, он у меня отрицательный. У вас вот, вот у вас, молодой человек, у вас недостатки есть? Недостатки – это ваше утверждение или ваше отрицание? Но вы это благодаря своим недостаткам существуете или благодаря борьбе с вашими недостатками? Значит, это вы их отрицаете. А они вас отрицают? Ну или вы победите свои недостатки, или недостатки победят вас. Правильно я понимаю? То есть это ваше отрицание. Это они в вас или во мне эти? Ваши недостатки во мне или в вас? Во мне. То есть в одном движении, вот в этой борьбе, есть и одна сторона, и другая сторона. Вот эти предположенные движения в одном... Это же моменты. То есть это ваш собственный момент, недостаток. Можно его вырезать как аппендицит? Сейчас его вырежу, и что будет? У него второй будет. Я вырежу, опять будет. Магнит когда-нибудь резали пополам? Магнит, если разрезать пополам. Вот здесь северный полюс, здесь южный. Разрежу, будет что? Южный, это будет только южный, это будет только северный. Или будет по-прежнему? Северный и южный на каждом куске. Да? То есть это невозможно разорвать, поэтому невозможно вырезать отрицание. Есть люди без недостатков здесь? Прошу выйти, это луны, жулики. То есть моменты, вот мы что нашли. Вы там не забудьте в отчете отразить, это же важно. Мы в ходе исследования категории становления такую категорию разработали, как моменты, как противоположные движения в одном движении. Мало кто знает, вот ваши родители уже этого вряд ли знают. Почему? Потому что до этого мало кто доходит, до таких вещей. Все элементы, структура, структуры, элементы, системный анализ. И вот это все, что годится для того, чтобы исследовать графит или алмаз в геологии. Да? Там кристаллическая решетка, элементы, структуры. А тут противоположные движения, борьба. Конфликт. Это что тут? Из кусков состоит конфликт? Что такое конфликт? Вы знаете, нет? Хоть вы и на первом курсе, полгода проучились, конфликт что такое? Конфликт – это негативный способ взаимодействия двух… Способ взаимодействия у нас есть способ. Если я вам говорю, вы мне. Это конфликт, что ли? Негативный способ взаимодействия субъектов, нацеленных на борьбу. Ну вот мы с вами боремся. Я борюсь за то, чтобы вы больше знали. И вы боретесь за то, чтобы вы больше знали. И что? И у нас взаимодействие с вами. Все видят, что у нас взаимодействие. Негативный способ взаимодействия. Негативно. Я отрицаю ваши неправильные высказывания. Я все время негативно отношусь к всему неправильному и позитивно только принимаю то, что правильно. А правильно вы мало говорите. Поэтому больше всего я негативно отношусь к тому, что вы говорите. И это ничего такого страшного в этом нету. А вы негативно относитесь к тому, что я негативно отношусь к вашим неправильным высказываниям. И даже вы позитивно к этому относитесь. Ну, немножко и негативно. Потому что хорошего, если я говорю, это не так, это не так. Так что такое конфликт? Не знаете. Борьба. Борьба. У нас борьба за знание идет. Что, конфликт? Что, у нас конфликт с вами? Не надо. Не надо. Там у нас да, без этого хватает конфликтов. Еще придумали конфликт у нас. Это противоречие. Противоречие у нас есть, да. Это точно. Вот это уже хорошо. Противоречие. Но не конфликт. А конфликт что такое? То есть конфликт может способствовать развитию, тогда он вполне уместен.
Конфликт-то что такое? А что, конфликт разве не может способствовать развитию? Я набросила, что может способствовать развитию. Может, да. Может и развитию способствовать. Но все равно, что такое конфликт? Вот уже вы сделали очень важный шаг. Конфликт, любой конфликт – это противоречие. Правильно? В основе конфликта лежит противоречие. В основе лежит противоречие. Только в основе лежит. А это он где-то уже на Луне, этот конфликт. А противоречие в основе лежит. А сам конфликт не противоречие, что ли? Противоречие. Конфликт – это противоречие. Какое противоречие называется конфликтом? Ну вот мы с вами сейчас вот говорили, это же противоречие, речь. Вы одно сказали, я другое. Это противоречие? Как нет? Ну она одно, я другое, она другое, я одно. Противоречие, она одну речь, я другую, противоположную речь. Это противоречие, так? Или что, непонятно говорю? Понятно. Так прямо по-русски так и написано. Противоречие. Ну, так это называется спор. Вы что спор-то хотели? Спор как конфликт изобразить? Спор это что такое? Вот у нас в Трудовом кодексе записано, что такое социальный трудовой конфликт, коллективный трудовой конфликт. Это неурегулированное разногласие. Неурегулированные разногласия между сторонами, работодателями, работниками. Неурегулированные. А если мы просто вот... У нас они же регулируются, мы с вами поспорили, потом пришли к выводу. Вот мы уже пришли к выводу, что такое становление. Так? Значит, у нас урегулированное, конфликта нет. У нас спор разрешился. Спор – это просто разногласие. Вы одно, я другое. Разногласие. Вы гласите одно, я глашу другое. У вас один глаз, у меня другой глаз. С на конце, а не З. Да? Разногласие. Вы же одно, я другое. Что-то непонятного. Но это не конфликт. Если вы одно говорите, я другое. Где же тут конфликт? Не надо. Мы его дружим, беседуем. Вся в мирной беседе. Диалог у нас с вами, между прочим. А диалогическое рассмотрение, диалогическое, очень полезно и важно в философии. Правда? Платоновские диалоги были. И другие философы их использовали. И я их использую в преподавании. Вот мы сейчас разговариваем, это диалог же у нас. Нам не запрещают вести диалог со студентами, что плохого в этом. Скажут, нет, вы встаньте его там и вещайте. Ну, я-то вещаю, но нам же нужно, чтобы знания не просто, так сказать, вот тут звучали, а чтобы они входили, соответственно, в арсенал студентов. Правда? Так. Значит, конфликт, дорогие товарищи, это обострившиеся противоречия. Вот мы с вами говорили мирно, а потом вот я схватил, сказал, так будете отвечать, что такое становление. Это уже что? Это явно уже не спор. То есть я когда от аргументов, от силы аргументов перехожу к аргументам силы. Видите, я тяжелое взял. Я и то уже угрожал вам, говорил, что в тюрьму посадим. Тоже уже были тут такие. Но они так вроде, в порядке шутки. Но уже звучали. Так, возвращаемся назад. Значит, мы усвоили, ваш институт разработал целую категорию моментов, очень важную, для многих недоступную философии. Для многих. Они до нее не дошли. Сколько ни занимались философией, все на уровне элемента и структуры. Структура, элементы, внешняя среда, внутренняя среда. Эта болтология, вот вы можете начитаться, полно работ. Так сказать, в так называемом системно-структурном анализе, который подсовывает вместо диалектики. Люди, которые до диалектики не дошли. Метафизику подсовывают вместо диалектики. А мы с вами уже ушли высоко. Залетели уже высоко. Так, ну так вот теперь у нас два момента противоположных. Надо их назвать теперь. Раз это моменты уже, а не просто какие-то переходы. Слово «переход»-то плохое. Бытие переходит в ничто. Это переход? Тогда тут три получается. Бытие, ничто и переход бытия в ничто. Что три их? Нет никаких трех. Есть бытие, переходящее в ничто. Правильно? А есть ничто, переходящее в бытие. Никакого третьего нету. Не так, что вот гостиный двор, Невский проспект и переход между ними, где можно купить дипломы. И зря вы здесь сидите. Там все время продают. Ну так, не особенно афишируют, но купить это можно. Вам какой диплом? Государственный? Пожалуйста, государственный. Но это дороже. Так. Так как назовем вот это бытие, переходящее в ничто? Что? Деньги нужны вам? Как назовем? Берите, переходящее в ничто. Становящееся. Как? Становящееся. Что? Бытие становящееся.
Какое оно становящее, когда оно в ничто переходит? Ничего себе становящееся. И был я, и не стало меня. Ну, это я становясь. Стало ничто. Это вы так меня так хорошо охарактеризовали. Дескать, вы, я на вас посмотрел, и вы переходите в ничто. Круто. Но я не могу. Я тоже считаю, что шикарно, я поэтому ничего не возражаю. Что я могу возразить? Я только могу заметить, что каждый, кто здесь находится, постепенно тоже переходит в ничто. Как известно, что единственное лекарство от того, чтобы не умереть, это не родиться. Согласитесь со мной. Есть такие? Да? Как? А вот молодость – это хорошее очень качество, но оно, к сожалению, проходит без всяких усилий, такое качество, со стороны того, кто этим качеством обладает. Так что мы в каком-то смысле с вами, ну вот, равны. В каком-то смысле. С одной стороны, вроде не равны, а с другой стороны и равны. Вы на меня можете свысока посмотреть, в известном смысле, что, дескать, я, может, и быстрее перейду. А я тоже могу на вас свысока посмотреть, сказать, что а вы доживите еще до моего возраста. Еще не все доживают до этого возраста. Так? Так. И еще не... Видите, мы с вами поспорили немножко. Возвращаемся снова. Вот эта категория, вы сейчас ее не назовете, потому что название не выдумывается. Их название не выведешь вообще. Это пустое дело выводить. Вот. Вот то, что мы получили, это движение, видим уже его. Это можно вывести. А название надо открыть книгу и найти. Вы науку логики не читали. Я сделал вывод Гегеля. Самое гениальное произведение. Единственная компендия диалектики, про которую Энгельс говорил, что это компендия, это кратчайший путь, прямая дорога. Единственная наука логики Гегеля. И больше нигде диалектику вы изучить ни по какому руководству не можете. Некоторые пытаются изучать диалектику по произведению Ям, Маркса и Энгельса. Это приложение диалектики. Если вы изучаете по приложению, это все равно, что вы вот хотите изучить станок по изготовлению шарика-подшипника по шарику. Глядите на шарик, вы можете рассказать, как устроен станок? Тяжело. Можно. Можно попытаться-то подумать, как это его сделали. Это все равно, что заново изобрести станок. Вы заново хотите изобрести диалектику? 2000 лет. Вы 2000 лет проживете? Я думаю, да. Вы проживете, поэтому можете изобретать. Что сделал Гегель? Он обобщил всю предшествующую философию и сделал систему диалектики. Другой такой системы никто не сделал. Поэтому вот Ленин, когда изучал диалектику, изучал он ее уже в возрасте 44 года. Тут вы Ленина обогнать можете элементарно. Элементарно. 44 года, когда все было запутано перед Первой мировой войной, и распутать без философии было невозможно. Вот он изучал с удивлением. Можете взять конспект его, это 29-й том полного собрания сочинений, и увидеть, там он пишет по итогу того, что он изучал, такой афоризм, что нельзя вполне понять капитала Маркса, а все же марксисты. Особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Это тогда было написано, в 2014 году. И сейчас 2014 год. Прибавляем полвека спустя, еще прибавляем 100 лет. Но тот, кто не прочитал, тот и не понял. А прочитавших, я всех прочитавших в России науку логики могу назвать и перечислить. И мне это хватит для этого. Так что у вас большое поприще. Обогнать можно сразу. Видите, сейчас как-то на Олимпиаде. Раз, и молодые обходят этих всех, и все. Я, например, прочитал, когда был студентом. Закончил матмех и пошел в аспирантуру экономического факультета. Ну, думаю, я прихожу на экономический... А уже я читал, это вот у Ленина, что нельзя вполне понять капитал. Думаю, я приду туда, как гадкий утенок. С значком матмеха ходил, потом я уже снял. Потом сказал, у вас математика, мышление не то. Я убрал, думаю, скажем, все будут говорить, у меня не то мышление. И стал изучать диалектическое мышление. За две недели я прочитал. Ну, что-то понял, что-то не понял, но прочитал. Она же, и закон... Что? Она же большая еще копила. Ну, да, ну и что? А две недели этого мало, что ли? Так я же не шлындал, я читал. Читал целыми днями, читал и за две недели прочитал. И законспектировал. Прихожу потом на экономический факультет, а я один такой. Так вот,
Есть такое второе высказывание Ленина в последних письмах, он снова к этому возвращается, к съезду. Что вот он перебирает качество деятелей крупных партийных и говорит, вот этот, так сказать, у Троцкого, не большевизм. Вот Пятаков хватает администраторским отношением к делу, молодой, способный. Бухарин, любимец партии, законно считается теоретиком партии, но никогда не учился и никогда не понимал вполне диалектики. Поэтому его теоретические воззрения с очень большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским. Вопрос. Это высказывание о ком? О Бухарине или о партии? О партии. О партии. У вас явные задатки диалектические. Это называется рефлексия, вот то, что вы сейчас сделали. То есть он как бы пишет про Бухарина, но если человек считается любимцем. У нас, знаете, то Хрущева был любимец. Наш Никита Сергеевич фильм показывали. Кукурузу сажал на южном берегу Северного Ледовитого океана. Ну. Потом у нас был Ельцин был у нас, который разрушил всю промышленность, уничтожил экономику вдвое. Потом Владимир Владимирович поставил задачу удвоить ВВП. Это что значит? Выйти на тот уровень, который был до Ельцина. Это не такое великое дело. То есть из ямы выбраться на самый край. Горбачев говорил, что а вот вы перестроились? Нет? Не перестроились еще? Почему вы не перестроились? Вот вы за перестройку или против перестройки? Так и спрашивал Михаил Сергеевич. В том виде, в котором он ее предложил против. А в каком виде вам надо перестройка? В каком Ельцин предложил? Пожалуйста. Еще хуже. А он вообще не предлагал перестройку, он реформирование предлагал. Так вы честно скажите, так а вы за какую тогда перестройку? Ну скажите, за какую? Молчит. То есть вообще у вас ничего своих мыслей нет. Вы наши не принимаете своего, у вас ничего нет. Идите за нами тогда. А что делать? Так люди и пошли за Горбачевым. Вы, у вас мысль-то правильная была. Вот что это, вот надо разобраться, как чего во что перестраиваем. Только вы ее не довели до развертывания. Например, если я хочу что-то перестраивать, я могу перестроить, допустим, хлеб в дворец. Могу? Могу. А что не пытаться? Вот на Исаакиевской площади были? Там конюшни видели? Справа. Видели конюшни? Нет, там еще кони и люди рядом с ними. Это конюшни бывшие царские. Их перестроили во что? Манеж, выставочный зал перестроили. Это плохо или хорошо? Почему будет хорошо? Ну вот, видите, то есть, оказывается, бывает перестройка, когда идет превращение чего-то, так сказать, там, низшего в высшее, это хорошо. А если перестроить взять вот манеж, давайте обратно в хлеб его перестроим. Вот тут придумала в свое время Валентина Ивановна. Давайте, говорит, мы эти выкинем эти все кораблики, которые в военно-морском музее, и сделаем снова биржу. Потому что площадь не успели переименовать Пушкин, потому что нам это слово. Ну что Пушкин? Давайте не Пушкинскую площадь сделаем, а биржевую. Она ж Пушкинская была, где растральные колонны. Хорошо, а раз биржевая, давайте биржу теперь сделаем здесь. А для этого выкинем этих всех эти корабли, куда их выкинуть? На Крюков канал. И выкинули за 2 миллиарда. При этом 1 миллиард украли. Так что вы не расстраивайтесь насчет 200 миллионов, это мелочь вообще. Забудьте про них. Чепуха. И что теперь? А вы говорят, ну давайте переезжайте биржу. А биржа у нас на 26-й линии там. Большого издания там, около ДК Кирова. А те говорят, нам это не надо. У нас там здание, в котором все связи, так сказать, все установлено, оборудование. Нам это не приспособлено помещение. Да, ну ладно. Тогда решили это думать, не устроить ли тут департамент судебный, а там сделать два суда на том берегу, где разгромили Гипрохим, институт, который разрабатывал горючее для наших ракет. Во главе с товарищем Гедасповым. Видели, там было такое, как после атомной войны, куча там это было камней, кирпичей. Не видели на той стороне Невы? Не видели? Ну как вы не видели? На ту сторону, если посмотришь. Моста строителя. Около спортивной. Вот. Потом подумали. Видимо, Владимир Владимирович посчитал там денежки и решили, зачем нам эти два суда? Это два здания надо строить. В Москве остаются два здания. И тут еще два здания, но это через край. И тогда решили, давайте два суда соединим, и для этого немножко конституцию переделаем. И сделаем один суд совместный, высший арбитражный и
Верховный суд будет один. А тогда и не нужно это здание департамента. Я сейчас не знаю, что с ним делать. А вы знаете, что такое здание, чтобы оно не развалилось? Его же нужно отапливать. Ну, когда там был музей, там все же было ухожено, и все занимались. А сейчас кто-то там сидит и смотрит, там протечка, там не то, там свалилось. Пустое здание стоит уже сколько времени. Вам такая перестройка нужна? Нет? Значит, надо подумать сначала, что во что перестроили. Кремль тоже перестраивали. Был деревянный, стал каменный. Хуже стал? Не хуже. Но только это конкретная перестройка. А абстрактная перестройка? Вот давайте я вас перестрою. Вы так, а я вверх ногами вас переставлю. И что хорошего? Или у вас сейчас вот руки, ноги на местах, а давайте переставим руки туда, ноги сюда. Ну что это такое? А так и было при Горбачеве. Перестроили. Что получили? Говорит, была, говорит, было великое государство, Советский Союз. Было. Так вы соображаете это своей головой? Так надо сейчас думать или когда уже будут это решать? Мы зачем сейчас обсуждаем это все? Чтобы мы заранее уже видели, что происходит, и понимали. Конфликтологи должны понимать, что происходит, или им все равно. Можно и в конфликт вступить, если куда-то собирается утащить. Если к фашизму на Украине тащат, например, надо конфликтовать с фашистами или нет? Или говорить, ну молодцы, хорошие, давайте мы вам еще сдадим вот это. Чего вам еще надо? Отдать всех, выпустить этих негодяев, которые там взрывали, занимали. Давайте их выпустим. Еще какие у вас требования будут? Давайте выпустим. Их убивают уже, этих самых работников охранных структур, а те ходят и прячут все эти с оружием и никого не трогают. Ну так вас всех будут убивать дальше и убивают. Конфликт может быть и положительной формой разрешения противоречий, правда? Не всякий конфликт. Так, и что, воды нету там залить, то, что там горит? Ну что, совсем с ума сошли уже, товарищи, управляющие там в Киеве? Что, нету воды, бронзбойтов мало? Ну приведите 100 пожарных машин и залейте это, то, что там горят эти покрышки. Это безрукость такая, что так, ну что такое? Это вот от того, что они не знают, какая у нас позиция, что нам делать? То ли делать, то ли не делать. А что бывает? От неясности. Когда неясность, ясности в голове. Если вы с фашизмом боретесь, так боритесь как с фашизмом. А что такое, если убрать все демократические избранные органы власти? Это что такое? Это фашизм. И осуществлять диктатуру буржуазии непосредственно, открытую. Открытая террористическая диктатура наиболее реакционных кругов финансового капитала. Какого? Ну, американского, европейского, там не украинского. Какой там капитал сильный, украинский финансовый? Что, не видно, откуда денежки идут? Видно, очевидно, невооруженным глазом. Так, возвращаемся. Моменты мы выяснили. Вот этот момент, было и не стало, переход бытия в ничто называется, прихождение. Ну, раз переходит, прихождение. 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 Все приходящее. Бытие, переходящее в ничто, это прихождение. Есть что-нибудь неприходящее? Ничего нет. Это всеобщая категория? Всеобщая. Все находится в процессе прихождения. Вот вы видите, я еще пока мало знаю конфликтологию. Это все приходящее. Скоро будете знать новое. Я еще не получил диплом, это приходящее. То есть это можно и оптимистически ведь понимать, правда? Это приходящее. Это я не понимаю, но это приходящее тоже. Если что-то не понимаете, если вы что-то начали читать, я не понимаю, это приходящее. И вообще, если человек категорию заучил, он уже может быть кем? Мудрецом. Вот, допустим, я вам это рассказал и уехал в пустынь. Пустынь. И бороду отрастил побольше. Это очень просто, не надо просто ходить в парикмахерскую, без проблем. Так, и вот вы приезжаете и рассказываете мне, а стипендия не повышает, зарплату людям не поднимают, цены растут, ЖКХ задавило нас. А что я вам отвечаю, как мудрец? Это все приходящее. И поехали у просветленные, знаете, как это? Поехали, приезжаете, а тут вдруг стипендию на 50 рублей подняли. Вот, глядишь, и ЖКХ остановили, не на 20%, а на 10% только будут повышать. И так далее. И вот началось, и то, и то. И вам так понравилось, вы через год ко мне приезжаете и говорите, все, Михаил Васильевич, вот как вы сказали, все стало лучше, это лучше, это лучше, это лучше. А что я вам говорю?
это, ребята, все приходящее. И действительно, вы поехали, опять начинается то же самое. Цены еще скакнули. Это не поднимает, а ЖКХ задушило совсем. То есть достаточно одну категорию знать, и все. И можно ехать в пустынь. Но для этого надо ваш возраст не подходит. Ну, это вообще. Проклятие. Это сейчас не проблема. Сейчас меняют пол. Вот вы думаете, это просто теоретически. У вас есть пенсионные карточки, нет? Есть. Да. Есть? Mm-hmm. Читали? Вы ничего ведь не читаете. Что написано на обороте? Не читали? Не читали. А почему? Невнимательность это. Вы же конфликтологи. Это, знаете, как это придирчивость, проницательность. А знаете там, что написано? Подлежит замене. В случае? Так, имени. Имя, ладно, сменяем. Фамилии. Да. Отчество. Года. Место рождения сменять. Вот я родился в селе Староклинское, Первомайское. Думаю, как я сменить могу место рождения? Это здорово. И пола застрахованного лица. Наверное, они продумали, эти пенсионные фонды, что вот мужики, вот он, видишь, он подумал, что 50 лет ему будет, 55, а женщина уже 55 на пенсии. Он меняет пол в 55 и уходит на пенсию. И тогда живет еще 10 лет. А так средний возраст мужчин 59 лет. А он не работает, деньги получает, сидит себе, поплевывает потолок. Вот как и защиглись. А пенсионный фонд, он все это все предусмотрел. Так. Есть, видишь, люди проницательные здесь. Все читают то, что надо. Все знают уже. Да. Так. Ну, а другое теперь движение. Вот не было и стало. И переход ничто в бытие. Тоже надо как-то назвать. Как называется? Вот не было и стало. Как вы назовете? Переход ничто в бытие. Никак не назовете? Так вот хорошо, так вот. Ничто стало бытием. И ничего не хотите сказать? Становление. Да нет, у нас становление – это все. То было прихождение, не надо нам старое, новое давайте. Обратное прихождение, вот я и спрашиваю про обратное прихождение. Противоположный момент, как называется прихождение? Что, у вас только одно прихождение, вы что, не расцветаете, что ли, ухождение? Не прихождение, а уход за волосами, это разные вещи. Почему это ухождение? Это, говорят, средство по уходу, я думаю, ботинки, там, лапти, одел и ушел. Так все-таки, противоположное этому прихождению. Молодые люди, они что, так сказать, вот, приходят только или расцветают еще? Вы что, вы уже вступили в этап своей зрелости, нет? По-моему, нет. Я тоже думаю, что нет. Вы расцветаете. Так. Тем более студенты. Первый курс. Красота. Ну как это называется-то? Возникновение это называется. Я же сказал, это никто выдумать нельзя. Это надо просто это надо взять, открыть. А тогда зачем вы нас спрашиваете? Вы. Отвечаю. Я спрашиваю, вы судорожно начинаете думать. Когда я вам отвечу, вы запомните. А если я буду спрашивать, вы мимо ушей пропустите, как и раньше пропускали. Что, вы этого слова не слышали возникновение никогда? Не слышали? Слышали? Вот, видите, а теперь вы запомните. А вы меня спрашиваете, хотите узнать мою творческую лабораторию за бесплатно? И видите, тут у меня сколько миллионов стоит? А вы хотите, вот я вам рассказал, можно сказать, выдал самый главный секрет. Но секрет очень важный. То есть, если человек сам себе или другим задает вопрос, и вот у вас в мозгу этот вопрос формировался, и вы, если на него ответите, или с помощью сами, или с помощью кого-то, вы это сохраните в память. А если вы просто слушаете, вот поток идет информация, я могу вам так сказать, запишем возникновение, то-то-то-то-то-то, и у вас ничего не останется. Я вам, можно сказать, готовлю вас к экзамену. Сейчас. А когда вы собираетесь к экзамену готовиться? Потом. Сейчас надо готовиться. Говорит, мы сейчас готовимся. А чем плохо мы готовимся? Видите, в хорошей беседе никто не мучается. Никто нам не запрещает общаться. Вы спрашиваете, я отвечаю. Если вы не отвечаете, я сам говорю. Ну, а зачем я буду говорить то, что вы знаете? То, что вы не знаете, то я уже говорю. Я должен проверить. А если я вам просто буду вещать, вы скажете, ну, это мы знаем тоже. Зачем я буду? Вы будете говорить, что он нам ничего нового не дает. А так вот вы как за новое взяли это возникновение. Что, вы не слышали это слово? Возникновение. Что получилось, товарищ директор? Что становление? У нас единство чего? О! Чувствуете? Уже отчет у нас вырисовывается. У нас становление – это единство прихождения и возникновения. О, сила какая!
Единственное, что тут нас начинает беспокоить одно. А где бытие и ничто, с которых мы начинали? Куда-то пропали, что ли? Сейчас у нас становление, единство, возникновение и прихождение. А где бытие, где ничто? Кто скажет? Возникновение и прихождение. Нет, уж не надо сразу две. Это у вас вот так вот сразу две мысли. А у меня только одна мысль в голову может войти. Где возникновение? Покажите. Возникновение? Нет, где бытие? Где бытие? Ну что вы говорите-то? Все, у вас все противоположная мысль. Как же бытие – это возникновение? Возникновение – это переход, это ничто, переходящее в бытие. Короче, ничто. Так или не так? Чего вы мне шило за мыло, карася за порося хотите выдать? Вы хотите мне ничто выдать за бытие? Не пройдет. Ваш не прошел отчет. Значит, где, ничто, где бытие? Как-то не получается. Да у вас не получается, а у нас получается. 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 Прихождение – это что? Бытие, запятая, переходящее в ничто. Короче. Ну как сейчас? Вот я тоже общаюсь, знаю, что сейчас ценится все короче. Как бытие, переходящее в ничто, короче? Короче. Бытие. Вот. Спасибо. Вот, наконец. Вот вы сказали веское слово. Короче. И это очень важно понимать, что вот есть... Красное яблоко, короче, яблоко или красное? Яблоко. Короче. А желтое яблоко, короче, яблоко. Бытие, переходящее в ничто, короче. Бытие. Вот это бытие, переходящее в ничто, прихождение. Это и есть бытие. Но какое? Это вот такое бытие только в жизни и бывает. В жизни. Это были абстрактные бытия вначале. Мы понимали, что это такое. Чистое бытие, чистое ничто. А на самом деле в жизни бывает только такое бытие, которое переходит. Ничто. Никакого другого бытия. Будете обыщите все, не найдете. Нет такого бытия, которое не переходило бы в ничто. То есть бытие есть в природе, в жизни, в обществе, только как прихождение. Это большое достижение наше сегодняшнее. А возникновение? Скажут, ну вот, ничто его нет вообще. Некоторые так говорят, ну какое, тем более чистого. Есть оно, только оно есть как переходящее в бытие. А как переходящее в бытие называется оно? То есть, ничто есть как возникновение. А возникновение – это и есть ничто, переходящее в бытие. То есть, мы не должны потерять то, что у нас знание, которое было. Вот у нас теперь знание усложнилось здесь, и все тут аккумулировалось. Накопилось. И вообще в диалектике каждая следующая категория содержит в себе все предыдущие. Все предыдущие. Точно так же, как если бы я спросил, вот у нас в прошлый раз был такой разговор, да, насчет биосоциального. То есть, если социальное, то оно содержит в себе и биологическое, и химическое, и физическое, и механическое. И совсем не обязательно это все повторять. Сказано социальное все. Сказано, если... Становление, там в нем есть что? И возникновение, и прихождение. А возникновение – это ничто, переходящее в бытие. А прихождение – это бытие, переходящее в ничто. Все есть там, все. Все содержится. То есть следующая категория, еще более содержательная, содержит все предыдущие. И вот теперь наступил решающий момент. Осталось 10 минут, и мы должны теперь сказать, что с этим становлением, что с этим нашим становлением будет. А беда-то состоит, а беда подкрадывалась, как всегда, неожиданно. Вот смотрите, у нас бытие переходит в ничто, а ничто переходит в бытие, да, в становление. Так? А становление-то, граждане, есть только благодаря разности бытия и ничто. Так или не так? Только благодаря тому, что они разные. Так? Становление есть благодаря разности бытия и ничто. Можно такое записать? Все согласны с этим? Но если бы они не разные были, то как они могли переходить одно в другое? Никак не могли переходить. То есть становление есть благодаря разности бытия и ничто. А эта разность, что с ней получается в становлении? Бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Эта разность исчезает. Значит, становление есть благодаря разности, а эта разность исчезает. Что происходит со становлением? Тоже исчезает. Золотые слова. Но за это нам денег не дадут. Скажут, вы что вообще делали целый год? Ничего себе, 200 миллионов съели.
и доказали, что теперь мы вам дали становление, а теперь оно у вас исчезло благодаря вашей плодотворной научной деятельности. И вы вот это, кстати, вы и нашли это дело. Сами подорвали всю деятельность института, все полностью за целый год. Ужас. Но мы имеем дело с метафизикой или с диалектикой? Диалектика. А в диалектике ничего не исчезает бесследно. Это что такое исчезает? Это отрицание. А что такое? Давайте посмотрим, что отрицается-то. Что такое становление? Это беспокойное единство бытия и ничто, да? И это единство. И беспокойное. Одно в другое переходит. А что такое единство? Единство – это значит, это указ на то, что это простое или что это сложное? Сложное. Вот говорят, у нас с вами единство взглядов. Так у нас с вами, то есть нас тут как минимум двое или больше. Правильно? Когда говорят, у нас единство мнений, единство позиций, то есть много-много людей. Вот слово «единство» – это выражение того, что то, что рассматривается, сложное. А это во-первых. А во-вторых, это беспокойное единство становления. Так если отрицается беспокойное единство, что получаться должно? Во-первых, отрицается единство. То есть вместо вот этого сложного должно быть что-то простое. Раз. И отрицается беспокойное. Значит, спокойное. Вот, значит, в результате снятия это отрицание становления получается спокойное и простое. Что получается? Ну, раз оно получается, значит, бытие. Бытие. Вот это спокойное и простое бытие. Единственное, нам еще нужно, надо для того, чтобы у нас отчет был принят, нам еще какую-то науку надо навести. Давайте такое отрицание, которое не просто отталкиванием является уничтожением, а содержит в себе то содержание, которое отрицается, оно называется снятие. Снятие – это отрицание с удержанием. Вот я вижу, вы записываете. Это что вы делаете? Это вы отрицаете то, что я говорю, потому что я-то говорю, а вы-то записываете. То есть вы прямо отрицаете. Вы вместо того, чтобы сказать, так же, как я, как попугай, вы берете и отрицаете. Это и пишете, что хотите. Я же не спрашиваю, что вы там пишете. Может, вы пишете там лектор, и дальше там... Снять. Я смотрю, надо же, так все пишут, пишут. То есть это что такое? Это отрицание с удержанием. Ну что-то вы там же записали из того, что я говорю, с удержанием. А какое-нибудь бывает еще отрицание, кроме такого, чтобы без удержания было? Не бывает. Не бывает никак. В жизни не бывает такого отрицания, которое было просто растаптыванием и такого превращением. Даже если превратиться в ничто. А из ничто нам тут же расскажут, что происходит дальше, да? Вот это отрицание, это называется снятие. Снятие – это отрицание с удержанием. Очень важная категория. Ни разу нет никакого, нигде ни одного отрицания в философии нет, как снятия. И даже вот с этой точки зрения, когда поют интернационал, то одни люди, которые знали философию, пели правильно. Весь мир насилия мы разроем до основания, а затем мы новый мир построим. Рифмы есть? Есть. А сейчас знаете, как поют? Если поют. Или просто они поют, или поют неправильно. Поют: весь мир насилия мы разрушим до основания, и затем мы наш новый мир построим. Из чего вы будете строить-то? Из пыли, что ли? Вот как этот институт разрушили? Из кирпичей из этих будете строить? Вот Ленин говорил, надо бы взять монополию. Единая монополия, обращенная на пользу всего народа, означала бы социализм. Ничего не надо монополию уничтожать. Надо, наоборот, соединить все в единую и направить в интересах народа. И все. Или банк – идеальная бухгалтерия нового общества. Или материальное производство. Это полное, крупное машинное производство – это полная материальная подготовка к социализму. Давайте разгромим это производство. Кто у нас уничтожал производство? Ельцин. И чего он хотел получить? И что получили в итоге? Ну что, денег стало у всех мало. То есть мало богатств стало, вдвое меньше. То есть отрицание с удержанием всегда надо брать. И вот, значит, отрицанием беспокойного единства является спокойная простота. Спокойное и простое, да? Простое – это отрицание единства, а спокойствие – это отрицание беспокойства. Спокойная простота. То есть мы имеем в результате снятия становления, имеем спокойную простоту.
Спокойное становление, ставшее спокойной простотой, так можно сказать. Вот это спокойное и простое, оно есть или нет? К вам снова обращаюсь. Есть оно? Есть? Да. Есть. А раз есть, то что оно? Ну? Ну, если это что-то есть, то это что? Бытие. Вот. Очень хорошо. Бытие. Но не чистое же уже. А какое? Ну, какое есть на лицо? На лицо, обратите внимание. Теперь нету тут двух сторон. Там было и ничто, и бытие. А тут спокойное и простое. Только есть и все. Опять, только есть. А там это в нем внутри скрыто. То, что там есть противоположные движения. А на лицо только бытие. Вот такое бытие, которое на лицо называется наличным бытием. Наличное бытие. Наличное бытие. Вот вы сейчас видите, как товарищ Набиуллина один за другим отнимает лицензию разных банков, которые наворовали и лопнули. Поэтому несите деньги в банки, в эти, особенно которые лопаются. Вы понесете туда и ваших денег. Поэтому так какие вам, безналичные деньги дать или наличные? Какие вы предпочитаете, наличные или безналичные? А? Ну вот, наличные. Это есть наличные, которые на лицо. А эти, которые не на лицо, они то ли будут, то ли уплывут. Которые в банках. Правильно? И сколько раз уже было? Сколько уже люди потеряли этих денег? При Гайдаре сколько потеряли? Было на автомобиль, оказался на килограмм колбасы денег. У некоторых. После этих преобразований, резкого повышения цен в десятки раз. Так, поэтому, значит, чтобы у нас был крупный пример, так вот, скажем, революция состояла в том, в переходе капитализма в коммунизм, да? От одной формации к другой. А между ними, между капитализмом и коммунизмом, лежит период становления нового строя. Вот это становление и описывается категорией становления. Только люди, не знающие диалектики, выучили, что становление – это возникновение. А то, что это еще и прихождение, не выучили. Причем в программу, вот мне приходилось читать, вести занятия по политэкономии, у нас написано «Возникновение и становление социализма». А прихождение? А прихождение это шло, и никто его, теоретически его не замечали. Руководители, и теоретики, и практики. Особенно ярко это проявилось в концепции развитого социализма. Если все развитое, чего вам еще надо? Все развитое уже. Я был в Беларуси. Откуда открываю местную газету «Звезда» в Гомеле. «Звезда». Там написано: «Мы вступили в этап спелого социализма». Потом он взвил и упал. Так если у вас только одно возникновение, не видите, что есть прихождение, и вы не боретесь с прихождением, что будет? Оно придет. Это почему, почему, почему? Учиться надо лучше. Особенно, если вы руководители. Так, поскольку я не знаю, кто это должен быть клуб на руководитель, я буду всех, так сказать, держать напряжение. Стараться не пропустить на экзамене. Спасибо.